Еще один подсудимый в Одесском СИЗО протестует против длительного рассмотрения дела. Одессит Валентин Тузовский официально голодает уже вторую неделю. Подозреваемый в продаже наркотиков требует вынесения ему приговора. Мужчина находится в СИЗО уже полтора года. За это время суд первой инстанции никакого решения не вынес. По словам родственников, на данный момент сторона обвинения так и не представила прямых доказательств вины Тузовского. Из 4 томов материалов дела рассмотрели всего один. Он затягивается больше полутора лет, дело до сих пор не рассмотрено, постоянно переносится заседание суда. Я считаю, что это делается для того, чтобы человек потерял терпение и уже на стадии отчаяния, там сломленной какой-то психики, принял решение взять эти обвинения, которые ему предъявляют, на себя. Обвиняемый подал ходатайство о ежедневном рассмотрении дела, однако следующее заседание назначили на 24 ноября. Зрозуміло. Щоденним призначенням слухання справи. Зрозуміло. Ми врахуємо ваші побажання. Клопотання я можу вам передати? Можете передати. Ми врахуємо ваші побажання. Якщо в нас буде можливість, то ми будемо щодня. У нас на раді такої можливості. Його задержали і нічого не пред'являють. Держать його без суда год і два місяці. Він просидить там. Год и два месяца он без дела передали в суд, заседания не проходят. По сути, там было три заседания, которые определили, как будет слушание идти, и зачитали акт обвинения. Все. Ну и сегодня, как бы, присутствовали, они хоть что-то уже там начали делать. Вот. Ну и он объявил голодовку, понятно, в связи с чем? С тем, что он просит, чтобы чистили заседания. По сути, он, конечно, хочет быть оправданным, они хотят его обвинить. Но они ничего не делают, не оправдывают, не обвиняют, они его просто держат.